Всем привет! Сегодня на обзоре Lexus RX 450H 2020 года выпуска, рестайлинг, в кузове GUL 25, объем 3,5 литра, полный привод, 262 лошадиных силы, плюс 2 электромотора. Цвет «Снежная королева», перламутр, код краски 083. Комплектация F-Sport. Отличительные особенности назову по ходу видеообзора. Рестайлинговая передняя оптика. Фары-линзы, бегущие поворотники, ходовые огни. Штатные парктроники сонары передние. Диодные туманки штатные. F-Sport решетка, накладка, тюнинг переднего бампера F-Sport, оригинальные 20-е F-Sport литые диски с датчиками давления, секретки, пепельные гайки уже в рестайлинге у данных автомобилей устанавливаются. Установлена почти новая летняя японская резина Bridgestone Alenza 22 года выпуска. Шильдики, эмблемы F-Sport, черные уши, характерные для комплектации F-Sport, оригинальные ветровики, рейлинги на крыше, панорамный люк, задняя полусфера остекления затонирована, рестайлинговая задняя оптика, накладки, молдинги. Бесключевой доступ на всех ручках дверей. Задние штатные парктроники сонары. Молдинги также пепельные в рестайлинге уже. Камера бокового обзора. Ключ и мобилайзер, бесключевой доступ, повторюсь, автоматическое складывание зеркал, БСМ-датчики слепых зон, перфорированный красный кожаный салон, черные вставки, электропривод сидений, накладки на порогах, память водительского сидения на три положения, модельные коврики F-Sport, накладки на педалях. Адаптивный дальний-ближний, пятая электродверь багажника, проекция, подогрев руля, кнопка включения камеры бокового обзора. Старт-стоп, электропривод руля, память руля. Кожаный перфорированный руль, мультиуправление медиа hands-free, круиз-контроль. Радарный круиз-контроль, контроль полосы, управление меню, датчики давления. ETC card is not inserted. Меню на английский уже перевел. Подрулевые лепестки. Так, два USB, AUX, выходы, ТРК антиюз, режимы езды. Сенсорный джойстик управления медиа также появился в рестайлинге.
Меню на английский, мультимедиа также перевел уже. Камера с траекторией движения. Опускание полотенец зеркал при включении задней передачи. Камера бокового обзора. Подогрев, вентиляция передних сидений. USB быстрой зарядки. SD-карточка. Раздельный климат-контроль. Так, появилась опция Apple CarPlay в рестайлинге. Очень удобная, нужная. Android Auto также. Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения. Диодная подсветка по салону. Так, панорамный люк. Два положения. Форточка. Либо полноценно открытый люк. Дорогой. Двойной видеорегистратор японский. Передняя камера, задняя камера. Шторки. USB быстрая зарядка для задних пассажиров. Регулировка по наклону заднего ряда. Красивая рестайлинговая оптика, бегущие поворотники. Чистый незатертый багажник, сабвуфер, полка штатная, диодная подсветка. Так, ремкомплект. Доводчик багажника. Так, гайка-секретка, штатные инструкции, сервисные книжки, полный набор ключей в фирменной упаковке. Аукционный лист. TA, тойотовский дилерский аукцион, дата торгов 9 марта 2023 года, номер лота 81003, аукцион открытый, легко находится как по лоту, так и по кузову, ГУЛ-25,
00-20-949. Первый раз на аукционе собственника выставлялся автомобиль. 5 баллов. А кузов Б-салон. 20-й год, 3-й месяц регистрации. В марте только стал проходным данный автомобиль. Пробег оригинальный 38 580 км по Японии. Под краски 0,83, объем 3,5 литра, ВД, F-Sport комплектация. По кузову незначительные царапинки, скольчики. Целый без окрасов, без замен. Аукционный автомобиль богатой комплектации. Сравнивать, проверять. Статистика открыта, повторюсь. Данный автомобиль продается. Подробная информация по телефону в закрепленном шапке профиля. Пишите, звоните, проконсультируем, подскажем. Объявление на дром будет добавлено сегодня. Всем спасибо за внимание.